13 марта примерно в 7 часов вечера люди стали звонить по номеру 112. Все наперебой говорили о том, что в Рязани с остановки похитили человека. Дежурный офицер полиции незамедлительно объявил на территории города план перехват. Экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД были нацелены на поиск указанного автомобиля и распределены по местам наиболее вероятного его появления. Машину задержали в районе 19:30. В салоне автомобиля было четверо рязанцев в возрасте от 19 до 27 лет. В ходе допроса выяснилось, что никакого похищения и не было. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место остановки транспортного средства была направлена следственно-оперативная группа полиции. Под руководством следователя автомобиль был досмотрен, после чего машину и четверых рязанцев сопроводили в отдел полиции. В автомобиле сидели все участники розыгрыша. Полиция этот инцидент без внимания не оставила. Снимали, как называется, новый пранк. Хотели посмотреть на реакцию жителей Рязани, просто как они отреагируют на то, что вот там, допустим, когда человека обижают, допустим, да, вот когда они обижают. В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.